«Ранки були» з Геннадієм Малаховим. І Анною Андрієнко. Доброго здоров'я. Видатний російський вчений Іван Павлов свого часу писав: природа створила все для того, щоб людина жила довго і не хворіла. А ми лише намагаємося повторити те, що вже давно є у природі. Действительно, мы очень часто уповаем на то, что лечимся лекарствами, таблетками, микстурами, и при этом совершенно забыли, что у нас есть естественные лекари, пчелы, змеи, пауки, п'явки. І от, до речі, Геннадій Петрович, американські вчені з'ясували, що бджолина отрута допомагає захистити організм від радіації. А от дослідники з японського університету Яманасі з'ясували, що зміїна отрута містить токсини, які допомагають лікувати серцеві захворювання і навіть онкологію. О целебных свойствах яда ми будемо говорити в сьогоднішній програмі, яка називається «Яд як лікарство». І наша перша героїня Надія Швець відкрила для себе дивовижні цілющі властивості мурах. І от щойно потеплішає, пройде зима, і вона одразу йде до лісу, де зустрічається зі своєю аптекою, як вона говорить. Давайте запитаємо у неї, як за допомогою мурах вона відновлює своє здоров'я. Добрий день! Вітаємо вас! Проходьте, сідайте! Я бачу, ви до нас не з пустими руками, а з мурахами прийшли. Да. Скажіть, будь ласка, чому ви їх називаєте аптекою своєю? Я називаю потому аптека, потому что муравьи лечат очень многие болезни. И радикулит, и миозит, и воспаление легких, и артроз. А звідки ви про це дізнались? І простуда. Звідки дізналася, що мурахи мають такі цілющі здібності? Да, з дитинства, і мене мама вчила і лічила мене від воспалення легких. Мама відправила мене в лікарню, лікарня була за 10 кілометрів. Не давали ні уколів, ні капельниць, нічого, крім болтушку, мікстурка. І ту мікстуру я зараз відчуваю, тому що вона пахне, як будто валер'янкою. Вот это я так запомнила, оно отхаркивающее, смягчающее, кашель отхаркивающее, все, и вот это все. Потом выписали домой, я больная была, я не могла ходить, меня учили в 6 лет только ходить. И вот это мама, мама же, видно, знала, потому что ее родители говорили, лечили они раньше так, в старину. И потом мама пошла, что у нас был сад 1,5 гектара. Ого, там, вот это да, садик. И называли его, причем райский сад. Райский сад, да, молодцы. Я выросла в райском саду. Вот так. И муравейники, я с ними дружу. И тогда, 6 лет, и сейчас. Муравейники. И самое интересное, что вот вы как раз лечились муравьями, при ревматизме они помогают тогда, когда заболевание вызвано тем, что человек переохладился, застудил. Да, там да. Имеется муравьиная кислота, которая прекрасно вот воздействует на очаг поражения. А знаете, как было подмечено целебное свойство, помимо того, что, допустим, человек там случайно упал в муравейник, они его покусали и боли ревматические прошли. Оказывается, животные давным-давно уже лечились муравьями. Прилетают птички, садятся в муравейник, муравьи их там покусают, еще там паразитов там почистят их от паразитов различных, вож, блох. И вот так вот люди подумали, а почему бы и нам не полечиться? Так оно и раз, есть. Засунули, покусали. Да. И вот это результат. Тут что, я вылечилась. Капельниц мне не ставили, уколы мне не давали. И слава Богу. И мама растирала настойкой из этого муравьиного спирта. Не спиртом, а туда делали самогон. Вот первак. Це сам... Да, і от з перваком настоєним все розтирали. Це от ви з собою його принесли? Це я принесла з собою показати. Ну, я оставила вдома мурав'ю, то показати, що то мурав'їний все-таки спирт. А як ви його готуєте? Це дуже цікаво. Може нам з тобою, Аннушка, і понадобиться? Розкажіть, будь ласка. Я, наприклад, Надіжда Степановна. Да, готувала, я сама збирала, тому що мама оставалася, вона не надіялася. Дайте нам, ми посмотрим, як раз, що тут такое.
Да. Да, и расскажите, как это все готовить? Приходите вы, например, муравейник. Вот он, сразу муравейник, не да? надо на него нападать, ага, вот муравейник. Ага. Надо рассмотреть, их агрессию распознать, они тоже чувствуют человека. Ну, рекомендуется, Жень, по методике, потому что я потом читала, что если вы хотите много собрать, надо прихлопнуть их, чуть-чуть заглушить. Вот, они тогда менее подвижные, и вы их собираете уже в спирт прямо, готовый спирт собираете. Это раз, один метод. Это... Да, вы мне сказали, а сколько, на какое количество? Сколько муравьев примерно, сколько спирта? Ну, например, 100 грамм, допустим, ну пусть 100 грамм спирта, где-то половина муравьев должна собрать. Муравьев. Ну, можно третий час. Третий они час. Сильные, они когда настоите больше, эффект лучше. То есть, если берем 100-граммовый стаканчик, половина этого стаканчика должно быть муравьев, а остальное заливаем полностью спиртом. Да. Настаиваем вот, сколько, кстати? Ну, как всегда, месяц надо настаивать. Месяц настаиваем, получается, и используем. Используем месяц, а потом отжимать надо, отжать все. Отжали все. Хорошо. Да, а потом уже их в бутылке храните в холодильнике. Используйте вы и растирка. Растирочка. И массаж, именно когда артрит, массаж. И простуда все даже. А простуда как? Мы горлышко мажем? Верхний дыхательный пути. Внутренне употребляем? Потребляем. По сколько? Ну, по чайной ложке. По чайной ложечке. И запиваем, наверное, там компотчиком, водичкой. Водичкой лучше. Чтобы, водичкой. Да, чтобы не было. Все, теперь ясно. Я еще скажу, что зато мы прихлопнули. Ну, не всегда хочется, и каждый человек может убивать, хлопать. Надо банку намазать этим самым медом чуть-чуть. Вот так, чтобы был запах. И просто прокинуть вот так. Они все будут в банке. Туда. Все будут туда. И насобирали. И нам нужно собирать. Это самое лучшее. Да. Спасибо большое. Вот Аннушка. Дуже вам дякуємо. Я хотіла сказати, що у нас в студії знаходиться Людмила Козанкова, яка страждає на біль у суглобах. І мені б дуже хотілося вірити, що ви зможете їй допомогти хоча б порадою, поділитися своїм досвідом лікування от, за допомогою мурах. Давайте. Давайте зустрінемо її. Вітаємо вас, Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте. Сідайте, будь ласка. Людмила, розкажіть, будь ласка, чому вас почали суглоби турбувати? На погоду, на плохую буває дуже часто суглоби. На погоду? Реагують на погоду. Реагують на погоду. Ревматичного характеру, якщо на погоду. І отут боль в спині, от в задній частині. А ви якимось чином лікуєтесь, вот щось робите? Да, вот, да, да. А ви взагалі слышали, що... Людмила, да? Слышали, що муравьиная кислота помогает при ревматизме? Ні, не слышали. Не слышали? Нет. Ну вот мы сейчас как раз рассказывали. Да, хотите использовать на себе лекарственное средство? Для того, чтобы хорошо сделать массаж и тереть муравьиный спирт, надо сначала кремом намазать. Кремом, да? Пальцы, да. Какие пальцы кремом? Хорошо. Любым? Любым. Ну, массажные. Вот. Так, размяли, вот она тепленькая так, стала. Размяли. А потом надо втирать вот муравьиный спирт сюда. Дайте, вот я тоже буду вам помогать. О! Вот так, хорошо. А пахнет как он. А як довго так потрібно втирати, масажувати? Пальцями там. Так, и снизу, и сверху получается, да? И снизу, и сверху надо, да? Ну, тут легко, потому что тут лимфатические узлы не массируются. Там можно навредить. Да, вот это же, баба, я вам не так хорошо показала, потому что мешают брюки. Да, видите, я не ходите. Видите ж. Втерли мы с вами. Так, что после этого сделаем? Потом хорошенечко еще раз растерли, растерли сюда. Давайте разотрем. А сколько раз так надо делать? Ну, 10 сеансов надо, если у вас сильно болит. 10 сеансов, раз, поскольку раз, каждый день, сеансик? Да, каждый день. Так, давайте. А потом один вот раз это. В день. Один раз. А потом что, смачиваем? А потом смачиваем ткань в этом спирту, отжимаем и ложим на колено. 10-15 минут. 10-15 минут и 10-15 сеансов. А, ну да. То есть не надо всю ночь спать с ним, да? Зависит от сложности заболевания. Смывать, я думаю, ничего не надо, потому что все уже впиталось, и практически смывать-то нечего. Да, да. Вот вам уже тепло здесь. И ложиться спать, укутать тепленько.